Культура, социальная политика, подготовка к чемпионату мира по футболу в центре внимания общественности. В Самаре ремонтируются объекты исторического наследия, проводятся масштабные фестивали и праздники. В районах восстанавливаются центры массовой культуры, даже в самых отдаленных. Мы обратили внимание на отдаленные поселки. Как вы видите, Дом культуры Волжанин – это поселок Прибрежный и поселок Береза. В Самаре создается доступная среда для инвалидов, начал работать специальный пляж и социальные такси. А увидеть в Самаре можно много интересного. Город преображается к мировому футбольному первенству. За время подготовки футбол должен прийти буквально в каждый двор. Но вопрос, хватит ли тренеров на всех? В ответ председатель Думы делится опытом. Если есть вопросы, в районную администрацию необходимо обратиться, и я думаю, что там будет оказана всесторонняя помощь по проведению мероприятий. Почему говорю за железнодорожный район? Мой округ находится в железнодорожном районе. Сама живу в железнодорожном районе. Мы проводим постоянные праздники спортивные там. В день физкультурника проводим шахматные турниры. Поэтому здесь, конечно, всесторонняя помощь оказывается. Очень хочется сохранить вот эту систему тренеров. Сегодня городская дума проводит свою работу в сотрудничестве с общественностью. И тому, что сделано, также дают оценку люди из народа, как это и положено в условиях гражданского общества. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».